Всем привет! Мы сегодня вышли погулять за город. Там у нас, в принципе, это тут куда ни пойди, все равно выйдешь за город и все равно попадешь в какой-нибудь парк, какой-нибудь лесочек, потому что город у нас небольшой, либо какая-то деревенька, что-то будет рядом. Сегодня мы в парке. Вот, пойдем сегодня к речке, тут речной пляж у нас был, но вроде сейчас не функционирует, но сходим к нему, посмотрим, что там есть интересного, мы тоже тут уже гуляли. Я в инстаграме обычно выкладываю всякие наши с прогулок фотографии, видео. Сегодня вот решила заснять и для ютуба такой вот наш загородный парк. Здесь у нас площадка, такая вот проходик, там вот уже мост, выход к речке. Вот там получается дорога, где вход, детская площадка пока все еще опечатана, хотя мы видели на одну в другом парке, которую мы проходили. Там уже, видимо, будут обрабатывать, снимать то, что хотят уже снимать ограничения. Вот здесь есть таблички, которые рассказывают, кто здесь живет, что вот рядом с нами могут жить утки, цапли. Дальше вроде бы нету табличек. Ну и, соответственно, здесь уже вот он мост с рекой. И здесь раньше был выступ, где можно было спуститься. Детишки. И вот она вот речка, которую я показывала вначале просто. Здесь получается она дальше идет. Так вот то, что дальше. Вот там получается это уже тоже за городом. И тут уже такие поля. И вот бегают. Такая уже зона отдыха. Совсем природная. Не кайф ли? В таких полях затеряться. Вон, будешь показывать этот сад, Ника? А вон, покажи бабушке Оле, мойку. В прошлый раз здесь был еще ишачок, в этом раз только вот пони, такая пятнистая, цветочки, забрали водичку, ей привезут, скорее всего, свеженькую, забрали все бутылки. Такой вот у нас вид, погодка очень теплая, солнышко то прячется, то выглядывает, ну мы уже вполне себе по-летнему гуляем, так что вообще прекрасная погода, нету прям жары-жары, но при этом, наверное, плюс 24 градуса, где-то так, как бы очень комфортно. И на самом деле все наши прогулки, в принципе, так и проходят, мы идем либо куда-то в парки большие, либо за город, как только появилась возможность, но уже хочется, конечно, куда-нибудь в цивилизацию. Хочется съездить и в Овьедо, и в Хихон, у нас там есть планы. Хочется в магазин попасть, в общем, за все это время как бы немного тяжеловато уже, так, знаешь, знаете, без людей, и все обходят друг друга, и все как-то так не очень выглядит, потому что все как бы стараются держать дистанцию, вот. Но так уже, конечно, хочется кто-нибудь вырваться. Хотя все равно обстановка уже намного лучше, открыты бары уже, люди сидят в барах, уже там, кто давно не виделся, там родственники, друзья, конечно, уже такие дистанции, ничего этого не соблюдают, все обнимаются. Вот, это в этом плане, конечно, да, уже проще. Но все равно еще все-таки не до конца. Все равно, ну, немножко это не то, еще не полностью вернулась жизнь, и это на самом деле это уже так долго, реально середины марта, а у нас уже середина июня, 3 месяца такой вот жизни. Но если по улице идешь, конечно, обходят, очень многие ходят в масках, кто-то без, кто как, в общем-то. Но у нас, если нету никого рядом, естественно, можно идти и так, а если ты идешь и нет социальной дистанции, надо, конечно, в маске идти. Но очень надеемся, что вот он еще чуть-чуть, и выйдем мы из всех фаз, и все уже будет хорошо, уже сможем везде передвигаться, везде перемещаться, потому что обстановка у нас, слава богу, провинция очень даже хорошая, очень даже стабильная, и в принципе по Испании сейчас очень стало прям по чуть-чуть совсем добавляться заболевших. Надеюсь, что все будет хорошо, и все-таки эти меры
которые были приняты, они все-таки повлияют очень положительно и, возможно, не будет повторений. Сегодня нам, кстати, прислали письмо со школы, то, что предлагает министерство. Оно предлагает вообще 3 плана развития, как будет развиваться. И, в общем, за лето они подготовятся, чтобы с сентября при 3 возможных ситуациях, при 3 возможных вариантах развития ситуации школа нормально функционировала. Поэтому тоже готовятся, все готовятся, и школа готовится к тому, что все может быть. И я так понимаю, что, в принципе, люди готовятся, что может быть любой исход. Допустим, лето будет нормально, а осенью что-то может начаться заново. Но пока мы просто наслаждаемся жизнью. Вот еще по пути нам встретилась еще одна пони. Даже поменьше немножко, чем та. Ну, вот так вот у нас тут много лошадок, поняшек, коров. Главное, дети вообще в восторге от таких картин. Такие вот тропинки у нас. Пои птички. И совсем недалеко город. Дорожка. Дорожка эта идет вот возле каких-то запрудов. Непонятно, то ли ответвление от реки. Поэтому тут как бы, конечно, интересно. И дальше она тоже поворачивает. Дальше идет. Или можно вот по той стороне пойти. Туда дальше прямо. Ну вот мы в этот раз так. В следующий раз попробуем по-другому пойти. Конечно, такая вот прогулка интересная. 2 фотографов тут с такими большими объективами фотографируют все это. Птичек там всяких. Боже, какие-то заводи. Да, болото. Что это может быть? Да, гулять здесь очень интересно. Бабочка сидит. Совсем она. Вот такая, в общем-то, у нас вышла прогулочка. Мы обошли, получается, ну, я не знаю, наверное, половину города. Прошлись там, где эта речка, где все эти заводи. Что было нам интересно, много поняшек разных. Просто лошадок, коровок. В общем, детям интересны такие прогулки. Стараемся почаще на них выбираться. Потому что пока в обычной нашей все площадки все еще закрыто. Поэтому такие наши прогулки просто на постоянной основе. В общем-то, все. Буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока!